Всем привет, друзья мои! Наконец-то мы будем слушать старого доброго Макса Коржа. И судя по названию песенки «Береги ее», это песенка про любовь, да, надеюсь? Ну, как-то вот, знаете, мне нравится Макс Корж, когда он читает про любовь, про дружбу, про вот какие-то такие отношения. Он всегда это делает серьезно, вот. А когда он там касается дела там политики или каких-то его там своих таких внутренних рассуждений, вот, его становится сложно слушать, так тяжело, он как-то сразу сильно нагнетает туда и в смысл свой, и его, ну, тяжело. Вот для меня Макс Корж все-таки для меня как любимый Макс Корж именно такое, вот, когда про любовь и про дружбу он это хорошо может как-то передать, а все остальное мне дается гораздо тяжелее. И такого Макс Коржа я не очень люблю. Но прежде чем мы будем его слушать, напоминаю вам, что мы есть в Рутубе. Максим, у которого есть канал, есть на Дзене и в Ютубе. А я, которая написала книгу и выложила ее на Литрес, хотела бы, чтобы вы ее почитали, ну, скачали, почитали, помогли мне ее распространить, потому что без вас я никуда, друзья мои. Что я тут 5 лет сидела зря и набирала подписчиков? 250 тысяч подписчиков, а скачали мою книгу всего каких-то 1000 с небольшим человек. Друзья мои, не остану, пока 25 тысяч не скачают. Ой, 250 тысяч не скачают. Ничего не знаю. Итак, Макс Корж, «Береги ее». Откликается в момент та живущая во мне беззаботная мечта. Греет, не просит замен, как хочу я к вам туда, в обнимающий рассвет. Те, что под суеты забыться, всегда есть что надо. Ветер продувает машину, закон. Мир не идеален, но все же знаком. Все свои поступки подобьем и потом. Только не забывай о том. На экране бесится зверю. Братик, не бери чужое, это не твое. Впереди мелькает чья-то жизнь. Не мы ее давали, не нам губить. Мало в этот раз, тут все всерьез. Душу твою забрать хотят, не отдавай ее. Он не о чем у тебя учить. Не поддавайся, что есть сил. Погодь до дна, тут у всех жизнь одна. Всякий рожден был близких радовать этому миру добыть добра. Будовал здесь свой дом, где бы было просыпаться с улыбкой с утра. Среди всех людей искал похожих, чтоб не брала тоска. Под открытым небом огромной толпой все чувствовали это, понимали. Простое, что хорошо, что плохо, каждый там уяснит. Теперь не заплутай в этой грязи. На экране бесится зверю. Братик, не бери чужое, это не твое. Впереди мелькает чья-то жизнь. Не мы ее давали, не нам губить. Мало в этот раз, тут все всерьез. Душу твою забрать хотят, не отдавай ее. Помни, я чему тебя учил. Поддавайся, что есть сил. Будь готов к любым базарам, что про меня здесь расскажут, мало ли. Что время резко снимает маски, даже не спорь с этими типами ты. За меня не волнуйся, я давно уже не чувствую эти раны. Ведь ненависть из-за бессилья слишком хорошо их знаю. Знаешь, человека кидает спять, детство ненавидит отца и мать. Хоть подрастает, но тот же камень любимых нахуй посылает. На что рассчитывать мне здесь мало. Все это мелочь, вон с тем пожаром. Я просто буду всегда рядом, ну а дальше разберемся. На экране бесится зверю. Братик, не бери чужое, это не твое. Впереди мелькает чья-то жизнь. Не мы ее давали, не нам губить. Мало в этот раз, тут все всерьез. Душу твою забрать хотят, не отдавай ее. Помни, я чему тебя учил. Не поддавайся, что есть сил. Мальчик, не нам губи.
Я подумала, что это песенка про любовь, но ошиблась. Вот мне, знаете, кажется, вот опять в теме, которую я рассказал в начале, вот когда он рассказывает про любовь и что-то такое, про дружбу, про отношения, он как-то, ну, он правильно раскрывает тему, мне кажется, она как-то правильно и обширно раскрывается. А вот когда что-то вот другое, вот мне кажется, вот где-то он там чего-то недораскрывает, а как-то она немножко однобока или даже не однобока, даже не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, короче, вот смысл понятен и все понятно. Ну, или вот это вот как-то мрачно сразу. Ну, и тема понятна, почему мрачно. Но вот знаете, вот что-то мне все время не хватает. Вот какой-то. Короче, недораскрывает он эту тему. Почему, как и что с этим делать? Я не знаю, вроде все понятно и вроде все по делу, но чего-то не хватает. Именно вот в темах, которые идут сейчас у Макса Коржа в последнее время. Вот он хороший стихоплет, но здесь что-то не дотягивает. Поэтому 4 из 5. Макс Корж, я понимаю, что сейчас нелегкие времена. Вначале у тебя в стране, потом тут у нас чего-то там. Вот. Ну, верни себя. Будь тем, кем ты был, когда я только тебя узнала. Вернись и спой что-нибудь легкое про любовь. Всем пока.